Здравствуйте, меня зовут Зуева Екатерина, я 93-го года рождения. В 2020 году я закончила школу драмы Германа Седакова. В 22-м году, вот в августе, я закончила актерские курсы Натальи Кудряшовой в Московской школе нового кино. Что могу рассказать про себя? Я свободно говорю на английском, на немецком, на русском, это очевидно. Чуть-чуть говорю по-французски, и я в целом просто очень сильно люблю языки, и в планах еще какие-нибудь выучить испанский, к примеру. 8 лет я занималась классическим танцем. Также я владею contemporary и могу станцевать хип-хоп и немного high heels. Буду рада знакомству.